Наша страна отмечает 8-ю годовщину воссоединения с Крымом. В 2014 году, 18 марта, в Москве был подписан межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. И сегодня на праздничном концерте в Лужниках Владимир Путин отметил, Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Такого единения у нас давно не было. Праздничные митинги и фестивали сегодня прошли по всей стране. В Тюмени на Цветном бульваре собрались тысячи жителей областной столицы. Здесь прошел большой концерт «Крымская весна». С подробностями Анастасия Лизаревич. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Гимн России единой и непобедимой. На «Крымской весне» он сплотил всех, независимо от возраста, пола и национальности. В 2014-м Крым воссоединился с Россией. Тогда же за свою независимость начал бороться Донбасс. Долгих 8 лет Россия ждала мирного разрешения проблемы. Но больше оставаться в стороне от бед и жертв среди мирного населения было нельзя. Поэтому наш президент Владимир Владимирович Путин дал своевременный и стратегически важный приказ о проведении специальной военной операции на Украине. И пришло наше время вместе и делом доказать, что никакие санкции и никакие ограничения не помешают нам жить мирно и счастливо. За Россию! За президента! За будущее! На Цветном бульваре атмосфера торжественная и праздничная. Равнодушных нет. День воссоединения России и Крыма имеет значение для тюменцев. Тысячи человек собрались вместе, чтобы вспомнить самые важные события истории и озвучить свое мнение. Вы почему сюда пришли? За наших, одним словом. Болеете? Да. Мы гордимся за нашу страну. Крым наш. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что он у нас такой есть. Мы гордимся им, и мы благодарны ему. Это хороший шаг, я считаю. Мы полностью поддерживаем политику нашего президента за наших, за победу, за Россию, за Донбасс, за нас. Мы все вместе, и это самое главное. Мы служили на границе, это наше святое, поддержать наших ребят, которые находятся там, как говорится, и защищают и нас, и всю нашу страну, и все, кто на Донбассе. Ребята, за мир, победа будет за нами. Ребята, ура! 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 Тюменцы в этот день говорили о будущем, не забывая о прошлом, и поздравляли друг друга. А со сцены всех тюменские артисты и творческие коллективы. Встанем и слышим слова в унисон, своих не бросаем. 8 лет Россия и Крым едины. За это время на полуострове изменилось многое. Там побывали сотни тысяч россиян и тысячи тюменцев. Для многих наших это любимое место отдыха. Это наш был первый, так скажем, отпуск с мужем. И вот привезли с Крыма подарочек. Конечно, были это любовь с первого взгляда. Все больше процветает экономика, все больше становится рабочих мест. И Крым с каждым годом становится все лучше и лучше, цветет и процветает. Вообще великолепное. Отношение граждан было хорошее, море чудесное, погода чудесная была. Нам все понравилось. Поэтому мы всегда поддержим Крым. Тюменцы не расходились целый час. И казалось, что места на Цветном бульваре мало, чтобы вместить всех желающих и неравнодушных. Но в этом и есть сила России. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы и флага. Поднимаем России знамя. Анастасия Лизаревич, Александр Старожук, Тюменская служба новостей.